Ну, теперь кадры из Испании, где проливные дожди и град в одной из провинций парализовали движение. Льдины размером с мяч для гольфа пробивали лобовые стекла автомобилей. Но в Польше из-за непогоды пострадали пассажиры поездов. Ураган повалил десятки деревьев на рельсы, и ждать, пока специальные службы освободят пути, приходится под 12 часов. Кроме того, оборваны линии электропередачи и повреждены крыши зданий. Проливные дожди вызвали серьезные наводнения в Норвегии, эвакуированы жители десятков домов.